доброе утро. С вами Варвара Краса, длинная коса и мама Мария. Спасибо, Варюшечка. Сегодня прекрасное солнечное утро, и мы с Варварой Алексеевной очень хотим нарисовать зимний пейзаж. Такой весь прям искрящийся, с разными деревьями, и мы покажем вам разные способы, как это сделать легче и прикольнее. Да, давай мы с тобой начнем. Смотри, я думаю, мы начнем закрашивать все синим, сиреневым с добавлением синего цвета, вот такими вот оттеночками. Я сама сделаю майнкрафтик. Но этот раз другой. Давай. Пока Варвара Алексеевна закажет, я вам расскажу несколько способов, как нарисовать красивые пушистые заснеженные деревья. Первый способ – это вот такие вот палочки ватные. Их можно сложить в кучку, окунув краску, начинать формировать нашу крону пушистую. Второй вариант – это всевозможные трафареты, через которые вот по форме можно рисовать силуэты деревьев заснеженных, красивых и пушистых. И третий, самый такой вот нестандартный вариант, это вот такие вот хлопушки, которые очень любят хлопать дети. Мы просто их покрываем краской и делаем оттиски, потом пририсовывая какие-то веточки. Таким образом у нас получится разнообразные, интересные по форме деревья, которые будут просто выглядеть прикольно и очень интересно на картинке. Ну что, рисуешь? Давай вот такими вот плавными движениями мы прокрываем полностью всю картинку. Давай. Это мы с тобой рисуем, мама, Майнкрафт? Нет, мы с тобой рисуем очень красивое зимнее небо. Ой-ой-ой-ой. Спасибо, я стала поярче. Поярче? Да, теперь у меня свитер с брызгами. Вот именно такими брызгами мы будем рисовать наши снежинки и звездочки. Да. Прокрывай. Как красиво. Да, уже получается очень красиво. Вся картина должна иметь завершенный вид, поэтому давай, ничего, ни края тоже прокрашивай. Стоп, Варь. Хватит. Давай, кисточку моем. Сейчас мы даем ей просохнуть немножечко, да? Смотри, какой Майнкрафт. Пока это все сохнет, мы с тобой берем вот эти кисточки. Да. Вот такие у нас волшебные кисточки пушистые. Да. Вот так вот держим их, кулачок зажимай. Вот так. Макнем как следует. И вот здесь начинаем снизу рисовать такие вот, такими вот движениями. Мама, я сама. Заснеженные деревья. Да? Мама, я сама. Давай, можешь еще макнуть вот такой нежно-голубой. Стоп. Оп. И вот здесь вот их подобавлять. Чем дальше они будут, тем будут более голубее. Нет, на небо прям не лезь. Вот здесь только вы. Вот такие голубее. Чем ближе к нам, будут более белые. Еще макни, пожалуйста. В розовый. Держи вот так вместе палочки. А у тебя какие будут? И вот таким вот образом рисуем. И вот здесь давай еще одну. Вот так вот. Смотри, что мы делаем дальше. Мы берем тоненькую кисточку. Мы берем черную красочку. Дай мне. Держи. Так. И начинаем рисовать с тобой вот такие вот стволы у деревьев, да? Веточки пририсовываем. Смотри, какая у нас уже получается красотень просто, да? Да. Давай ствол сделаем чуть-чуть пошире. Давай еще макнем. Держи. Держи. И вот здесь то же самое рисуем. Вот так вот ветки у наших деревьев. Так. Теперь следующий вариант. Мы берем вот такие вот хлопушечки. Да? Держи хорошенько за ручками. Ну что, будем лопать их? Нет, мы их не будем лопать. Смотри, вот эта вот часть, которая выпуклая, вот так держи. Мы ее намазываем густо-густо вот такой вот краской красивой. Вот такие прям пузырьки. Видишь, мы их промазываем. Вот так. Можно взять оттенок немножечко светлее вот здесь вот. Фа, я хочу посветлее. Вот так вот весь кружочек. Можно добавить разных оттенков, чтобы показать объем. Ну подожди, давай ты помажешь. Давай вот держи, ты маш. Вот так, маш кружочки. Умница. Ну кружочки только старайся, не мажь в центре. Вот кружки промазала. Это. Вот здесь чуть-чуть не хватает, давай сиреневым подмажем, вот таким. Давай. Вот имбири.
вот здесь, да. И вот сюда вот к краю варь. Варечка, к краю вот здесь. И вот тут вот один пропустила. Бери вот эту штуку. Переворачиваем. И отпечатываем. Прижимаешь и потом снимаешь. Оп! И у нас получаются вот такие вот прикольные деревья, да? Да, красиво. И теперь мы опять берем тонкую кисточку. Можем взять, например, синюю краску теперь давай. Я хочу сама. Давай, крону нарисуем ему вот это. Давай мы нарисуем, что туда уходит от него ствол вот такой от этого дерева. Вот сюда. И какие-то веточки выглядывают, да? Второе дерево такое же, только вот прям голубое-голубое. Давай. Так, держи, пожалуйста. Я тебе сейчас дам краску. Мы сделаем вот таким белым. Держи, намазывай. Намазывай белым. Да, вот так. Аккуратно, старайся только пимпочки намазать. Немножко темнее добавим такие краснышки. Вот так. Ой! Здорово. Так, а теперь давай мы сделаем вот выше отпечаток. Вот сюда давай. А ну давай. Да не надо лопать, просто вот так вот прижимай, чтобы они отпечатались. Хорошо? Не размазывай, аккуратно жми. Все, бросай. Опа! Ну вот, сильно придавили, немножко получилось по-другому. Следующий этап у нас будет с тобой. Мы нарисуем через трафарет пару вот таких причудливых форм. Силуэты в ночи не очень понятны. А, дай. Дай, пожалуйста. И мы возьмем черную краску и будем с тобой вот так вот делать пару деревьев таких вот причудливых. А дальше фантазия доделает все за нас. Через дечку сделаю. Нет, давай вот эту черную сделаем. Вот так. Через трафарет. Просто вот таким вот образом. Мам, мы потом держи, татуировку мы сделаем. Вот так вот его. Примакивай как будто бы, да? Опа! И у нас получаются вот такие вот интересные силуэты и деревья. Как будто бы. Деревья. Сливаются в одно целое. Деревья у меня. Да. А у тебя деревья? Ну, давай сердечко нарисуем. Вот так вот мы использовали все три способа для нарисования каких-то интересных форм и деревьев. Дальше нам не хватает, мне кажется, немножечко снега, да? Мы прям будем с тобой делать так, что у нас пойдет снег на картине. Давай, смотри, есть несколько способов. Можно бить вот так вот об палец, и брызги получаются более такими вот крупными. И вот такие вот крупные снежинки у нас летят. Можно сделать по-другому, можно сделать вот таким образом, как бы набрызгивать краску, и снежинки получаются как будто вдалеке. Видишь как? Давай. Нет, белый. Белый. Я хочу любой. Вот, пожалуйста, ты с закрытыми глазами это будешь делать? Да. Ну давай, брызгай. Да, чуть пониже, пожалуйста. Вот таким образом. Мне пальцы да, у нас теперь белые пальцы, но это очень здорово. И смотри, мы можем вот здесь добавить снега. А теперь я предлагаю тебе, смотри, что теперь сделать. Добавить. Немножко добавить снега вот снизу, да, вот такими вот движениями. О, класс, ты будешь пальцем делать. Здорово, сугробы, да? А я добавлю их вот здесь вот. Как будто их понасыпало нам прям много, да? Так. Но это уже какие-то слишком крупные снежинки. Я думаю, достаточно. Ага, то есть у тебя пошла фантазия, и снег теперь еще будет сиреневый, да? Ну ладно. Все оттенки зимы и ночи ты прям использовала. Так, достаточно, да, думаю? Ну что, крутецки получилось, как думаешь? Давай покажем зрителям. Показываем. Раз, два, три. Опа! Та-дам! Вот такой вот зимний пейзаж. Разными способами мы рисовали сегодня деревья. И у нас получилась вот такая необыкновенная абстрактная картинка. Я думаю, если включить немного фантазии, то получится еще круче. У каждого свой вариант. Рисуйте, присылайте нам, мы посмотрим обязательно. Ну что, всем пока-пока!